к этой личности я отношусь так же, как и ко многим первопроходцам, потому что вторых первых не бывает. И это как раз тот самый случай, когда человек был первым во многих планах. Не только как путешественник, не только как этнограф, но он еще и гуманист, он и человек, и он достоин сын своего отца, который для нас является в том числе и примером воспитания подрастающего поколения. Вот, поэтому Николай Николаевич сам по себе – это своего рода собирательный образ всех тех качеств, которых сегодня не хватает нашей молодежи.